Новогодние развлечения для самых юных. В парках округа работают резиденции Деда Мороза. Офис главного новогоднего волшебника в Центральном парке посетил Владимир Ружицкий. Принять участие в мастер-классах, написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг и, конечно же, получить подарки. Весь спектр детских новогодних развлечений доступен в резиденциях главного зимнего кудесника. Это нам подарил Дедушка Мороз. Огромное ему спасибо за такой красочный подарок. Очень нам нравится наш парк. Великолепный. Спасибо большое. В гостях у Деда Мороза и Снегурочки юные люберчане могут поучиться декупажу, рисованию и лепке. Главная резиденция в музейно-выставочном комплексе удивит посетителей рождественской выставкой, которую подготовил Союз художников Подмосковья. В каждом учреждении культуры, таких как Красковский культурный центр, Люберецкий дворец культуры, Томилинский центр семейного досуга, Союз культурный центр и Октябрьский культурный центр, также работает резиденция Деда Мороза, где каждый день вы можете встретиться с нашим Дедушкой Морозом. В каждом парке проходят интерактивные программы и кинопоказы. Ознакомиться с афишей и записаться на визит в резиденцию Деда Мороза можно на сайте администрации округа в разделе «Зима в Подмосковье». Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.